В Саратове хотят построить самый лучший парк в России с фонтанами, аквапарком, зоопарком и подземными парковками. Сегодня проект презентовали на месте будущего строительства в Ленинском районе. Областные власти обещают, что это будет самая большая парковая зона в городе. Под него планируют отдать почти 32 гектара. Где именно нашли свободную территорию и каким видят новый парк чиновники, в сюжете Юлии Шишкиной. Оранжевая палатка в бывших полях НИИ Юго-Востока как символ перемен. Здесь презентуют проект строительства новой парковой зоны. Десятки лет здесь экспериментировали с сельскохозяйственными культурами. А теперь фантазируют, какой парк можно построить на 32 гектарах. Здесь нужны развитие и лыжевых площадок, и спортивного ядра, и дворца зимних спортов, чтобы здесь можно было отдыхать. Необходимо запроектировать и создание будущего аквапарка, контактный зоопарк. Огромное количество сейчас современных подходов существует. Недавно эту площадь переоформили из федеральной собственности в региональную. Почти 32 гектара – это в два раза больше, чем самый просторный на сегодня в Саратове горпарк. Недавно там побывал губернатор Валерий Радаев. Увидел, что горожанам там тесно, а разрастающаяся часть Ленинского района нуждается в своей зеленой зоне. Здесь и были в свое время селекционные участки, которые относились к институту Юго-Востока. Мы все прекрасно понимаем их назначение. Но город развивается, поэтому сегодня те задачи, которые обсуждаются на сегодняшний, на текущий момент, они важнее, чем все те исторические моменты, которые проходили на этой земле. Губернатор заявил, что на такой огромной территории реально построить самый лучший парк в России. Рассматривают даже подземную часть поля. Для устройства парковки, музеев, деловых центров есть идея обустроить и каскад прудов. После открытия парка губернатор обещает передать его городу. И вообще, Юрий Васильевич, вот я хочу вам сказать огромные слова благодарности за ваш подход, за ваше отношение к областному центру. Любое направление, которое сегодня не взять, вы всегда переживаете, всегда смотрите, чем можно помочь. Вот все, конечно, бюджетных возможностей, которые у нас сегодня есть, и всячески помогаете. В течение августа власти ждут предложений от саратовцев, каким должен быть новый парк. Мнения просят оставлять на сайте областного правительства. 32 гектара парковой зоны – это примерно 1/6 всех территорий НИИ Юго-Востока. В будущем областные власти планируют задействовать под жилую застройку все сельхозугодья. Первые жилые дома здесь начнут строить уже в этом году. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.